Бан-бан, куда ты нас хотел отвезти? Веди. Я хочу вас отвезти в секретную комнату, посвященную второй части садика Бан-бана. Ух ты, дверь. Клево, ребят. Что это за рация? Это рация... По вызову птицы? Чего? Это рация управления Бёрдом! Мы можем стать Джамбо Джошем! Мы можем подойти к лифту! Эй, вау! Птица! Это же наша попугайчик Кеша! Хаги! Обалдеть! Мы с вами попадем вообще в закулисье игры «Детский садик Бан-бана». Так, вот куда попадает Опел! Да. Он жив! Он шевелится! Ребята, нет, бежать надо! Крутые секреты детского садика Бан-бана. Всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Плей! Ребята, мы вам сегодня покажем крутяцкие моды, которые уже сделаны на Бан-бан. Да. Так, на детский садик. Там не птица есть. Это не птица, ребята, кто это? Кто это? Ребят, вы нам писали, как его зовут. Это же зеленый в конце, который в лифте. Как? Джамбо Джош, по-моему, его зовут, друзья. Он приехал к нам. А что с ним такое? Он принял форму птицы? У него как будто бы крылья за спиной, ага. И хвост торчит. Это явно. Ребята, а что если ему попасть? Фига себе, как он идет. Ой-ой-ой-ой. Ребята, а что, попадемся ему? А да, Джамбо Джош, давай дружить. Будем с тобой дружить? Он не хочет. Ребят, большое спасибо каналам, которые делают такие моды. Очень большие молодцы, ссылочки будут в описании. Фига себе, он за нами бегает. А, пранк. Так, а если сюда? Он не в курсах. Слушайте, а что если сейчас его скинуть? Ребят, мы сегодня посмотрим всех разных персонажей в роли птицы Опел. Друзья, или Опил, как ее зовут, правильно напишите. И сегодня мы проникнем в подвалы, в закулисье, зайдем за двери второй части. Сегодня очень много всего крутого, обязательно досмотрите до конца, лайкосик нам поставьте. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Ставьте. Итак, это так, же погнали. Нас дрон. Кто же нас сейчас будет ждать внизу? Давайте кто посмотрим. Кто же нас попробует сейчас съесть? Спускаемся вниз. Ну, мы будем. Ой, наверное. Квадрокоптер. У нас такой какой-то лифт. Стой, квадрокоптер. Очень. Я всегда подозревал. Квадрокоптер нас бросил, оставил. Друзья, посмотрите наше полное прохождение на этом же канале, когда мы играли в садик Бан-бана несколько серий кто назад. Здесь? Кто здесь будет? Кто-то был с той стороны. Так. Сейчас сначала должен мигать свет. Да. Звук слышали такой? Это явно кто зайдет. Мы бегаем. Все, ехаем. Хана. Кто же ты, покажись? О, это, как его там? Джамбо-джамбо. Это он же? Да. Тю. А, Джамбо-джамбо. А, ребят, мы сейчас его с вами прибьем. Да вы ж. Ой. Смотрите, друзья, и попробуем зайти за последние двери, познакомимся с Бан-баном, которого не было. Смотрите, ребята, мы шлепнулись на лифте, получается, он нас потянул за лифт, мы на этом лифте упали и упали прямо на Джамбо Джоша. Посмотрите, вон он лежит дохлый и чуть-чуть какие-то записки разбросал. Но записки мы эти, к сожалению, взять не можем, но в этих записках, наверное, какой-то секрет. Он нам, может быть, хотел что-то сказать, может, он и не хотел совсем наш лифт ронять. Погнали, отправимся. Нажимаем. О! Бан-бан. Бан-бан. Ребята, а красный что, у меня чупа-чупс во рту? Я не знаю. Прикольно, ребята, коридор. Красный, это, видимо, чупа-чупс. Коридор во вторую часть. Да. Очень крутяцкие моды. Вау, он исчез. Он ушел в красный стены. Ребят, лайкос нам поставьте обязательно, если вам нравится эта игра. Он явно ушел в красный стены. Все секреты. И что скрывает Бан-бан в своем детском садике. Продолжение следует. Ребята, мы вам его покажем сегодня, что находится за этой дверью. Обязательно смотрите серию до конца. Так, это кто? Кто у нас в роли птицы? Это Бан-бан. Павлин Мавлин? Это Бан-бан. А, это Бан-бан, ребята. С язычком высунутым. А, это у него язычок. Я думал, это у него было чупа-чупс. Это у него хороший язык. А, он тоже в форме этого страуса. Попка назад. Это называется поза на фитнесе, друзья. У нас все такие спортсмены, что капец. Нажимай. Квадрик, нажимай быстрее. Квадрик, нажимай. Сейчас Бан-бан нас хавает. Квадрик, что ты ждешь? Квадрик, не буксуй. Ребята, он так похож на этого павлина-мавлина, на попугайчика Кешу нашего, которого мы убивали в той части. Он чуть-чуть тупит. Ну, ничего страшного. Потому что у нас квадрокоптер, блин, включает. Все, погнали. Уиу. А что интересно, если не нажимать кнопку, а дождаться, пока птица подойдет вплотную к тебе? Интересно, она тебя схавает, как вы думаете? Прощай, Бан-бан. Ты был хорошим птицей Опилом. Так. Или Опил, или Опайл. Как он правильно называется? Лиза. Это павлин-мавлин. Нам прям надо дверки закрывать, как будто нас это спасет. Сейчас мы посмотрим, кем у нас стал Джамбо Джош. Спускаемся вниз, друзья.
Так. В темноту. В тишину. Ребята, как игра на Хаги-Ваги? Уже согласитесь. Кому нравится Джамбо Джош, лайкосик нам поставьте. Алло. Мы очень ценим каждый мигай, лайк. Свет. Так, ну что, ТикТок можно уже пилить? Включайте камеру. Лера, включай камеру. Сейчас будем записывать кого-нибудь. Джамбо Джош сегодня у нас кто? И барабанная дробь! Внимание, на арену выходит! Фиолетовый. Кто-то фиолетовый. Это кто? Алло. Ты кто? Ой, птица! Это же наша этот, попугайчик Кеша. Точно. Он ушел. И он нас бросил. Кто следующий у нас будет, Джамбо Джош? Еще раз. Дверка, открывайся. Открывайся. Ну да. Слушай, а если мы сядем сверху на квадрик, он же никуда не улетит. Может, его можно с собой взять? А что, если этим квадриком долбануть нашего Джамбо Джоша по носу? Там что? Как вы думаете, может такое получиться? Я не знаю. Ребят, вы видите серию на всех наших каналах. В описании под этим роликом ссылочки на Games, на Family, на все наши каналы, ребят, переходите. На Сильна Макс в описании. Ну, кто же сейчас будет? Кто теперь у нас будет, Джамбо Джош? Давайте. Ребята, как вы думаете, кто быстрее напишет в комментариях, кто угадает, пишите. Так, свет мигай. Свет мигай. А он уже сделал. Барабанная дробь. Так, что же это будет? Красный. Банбан. Банбан? Ты думаешь? Да, банбан. Да, это банбан. А че он такой покуцанный, порепанный? Мне кажется, кто-то уже этого банбана ел. Ребята, вы видели? У него прям такие куски какие-то висят. Да они все странные какие-то. Все, продолжаем. Так, ребята, продолжаем. Сейчас кто покажем вам еще очень крутой прикол. Да. Спускаемся вниз. Кто у нас следующий будет банбан и куда мы сможем сейчас с вами проникнуть? Квадрик! Не бросай предатель. Нас, дружище! Предатель! Импостер. Предатель, дружище! Кто теперь? Странные звуки у нас. Очень-очень странные вообще. У нас такой канал на самом деле веселый. Все, давай, кто же? Ой, Джамбо Джош. Это Джамбо Джош. И смотрите, ребята, мы можем стать Джамбо Джошем. Хорошо. Мы можем подойти к лифту. Почему-то мы не видим, как выглядит наш плеер. Но смотрите, мы можем схватиться за лифт и его немножко подергать. Ребята, ручки такие анимированные, прикольные, согласитесь. Типа завалили лифт. Супер. Так, и опускаемся. Предатель. Предатель наш квадрик нас бросает. Уже пятый, блин, раз. Кто же здесь? Ребята, мы еще сегодня с вами проникнем за кулисы игры и посмотрим, как на самом деле выглядит Джамбо Джош. По ту сторону лифта, друзья. О, давай, кто это? Джамбо Джош приходит. Ага. Ничего, мы тебя сейчас рассекретим, как ты выглядишь на самом деле и где ты находишься. Ребята, помните, мы проваливались в то место, куда падает Хаги-Ваги, когда снимали моды Poppy Playtime. И сейчас мы попробуем с вами проникнуть в то место, куда... Падает Джамбо Джош. Упал у нас Джамбо Джош. Смотрите, ребята, мы проходим все двери, все текстуры и попадаем в ту локацию, где лифт и где Джамбо Джош. Вот. Ребята, вы видели, какой он здоровый? Стоит. Он на самом деле размером с лифт. Он уперся в столб, друзья. Он долбанулся. Джамбо Джош. Ну что ты? Ну что ты в столб впилялся? Что места мало? Ну вот у тебя целая карта. Ребята, за текстурами игры очень круто. Да. Погнали с вами смотрим дальше. Кто у нас сейчас будет здесь? Так, давай заходим в лифт. Заходим. Двери закрываются, нажимаем. Троллейбус уезжает. Квадрик, ты опять нас бросишь? Троллейбус закрывается, двери уезжают. Все, ребята, кто сейчас будет с нами? А интересно, если бы двери не закрывались, вообще что-нибудь бы поменялось? Я думаю, мы просто могли бы выпасть из лифта и погибнуть, прямо вот в пропасть упасть. На самом деле, ребята, когда за вами гоняется вот эта бёрд, птица, если упасть вот с этого мостика, который простраивается, когда квадрик нажимает кнопку, вы попадаете в пропасть и умираете. То есть, на самом деле, там нету внизу никаких локаций. Но мы вам докажем сегодня обратное. Мы с вами пройдем на самое дно, куда падает птица. Так, и покажем вам, что на самом деле происходит с этой птицей, когда она падает. О, Хаги! Обалдеть, ребята! Клёвый какой! Ой. В роли Джамбо Джоша Хаги очень класс. Даже милый. Так, ребят, и продолжение. Только... Сейчас мы с вами попадем за ту дверь, куда нас вел Банбан, который исчез. Который исчез коварно. И растворился... Растворился в стенах своего красного тоннеля. Так. Джамбо Джош, прости, что мы тебя лифтиком придавили. Мы больше не будем. Ну, без обид. Мы больше не будем. Так мне больше и не надо. Конечно. Хороший был парень такой. Лифт нас шатал почем зря. Вот так. Банбан, куда ты нас хотел отвезти? Веди. Я хочу вас отвезти в секретную комнату, посвященную второй части садика Банбана. И его нету. Где ты?
И никуда ты нас не хотел провести, это просто пранк. Он как Киси-Миси попадает в пол. Точно, ребят, он растворяется в пространстве, как Киси-Миси. Помните во второй части копии? Да. Открываем дверь. И что? Секатно. Заходим. Там есть куда вообще опереться? Вау! Мы упали. Провалились. Элевейтор. Dangerous. Опасно. С чего? Лифт. Ух ты, дверь. Клево, ребят. Cool. А что за дверь? Ой. Ребята. Банбаны. Обалдеть. Диваны ездят. Playtime. Это разработчик этих модов. Большое спасибо, ребят. Ссылочки будут. Ай, не успели. Дверь закрылась. Не надо было сюда приходить. Короче. Паркур зон. А, ого, ребята, зона паркура. Сейчас будем прыгать с вами по диванам. И нам нужно попасть вон в ту дверь. Смотрите, там в конце дверь. Да. И все нарисованные персонажи. Банбаны все. Посмотрите, кстати, вот этот Буга-Буга, он не того цвета. Он же был у нас, ребят, не синий. Кто помнит, он же был у нас вроде как фиолетовый. Да, он был. Тут никого фиолетового нету. А куда мне теперь прыгать? Ну, теперь прыгать за текстурой. Не, там проход. Я, видимо, тут сейчас об железки ударюсь и не перепрыгну. Я так высоко не могу прыгать. У меня же ноженьки, я же уже старенький. Сейчас вот сюда в дырку. Видели, какие стулья прикольные? Они фиолетовые. Ребята, что произошло в этом детском садике? Кто знает теорию этой игры? Ой, давай возьмем. Что это за рация? Это рация. По вызову птицы? Это рация управления Бёрдом, ребята, продолжение следует. Обязательно напишите в комментариях, хотели бы вы. И сейчас то, что мы вам обещали, мы покажем, что происходит с Бёрдом нашим, опилом, птичкой. Когда она падает вниз, мы с вами попадем вообще в закулисье игры «Детский садик Банбана». Так. А сможешь так быстро побежать? Пошли, Кеша, пошли. Спой, птичка, не стыдись, спой. Так, все, погнали, нажимаем кнопку, он бежит. Давай. Оп, нажимаем. Оп, пока. Пай. Ребята, интересно, умер да. ли он? Мы сейчас узнаем. Может быть, он живой, просто не мог подняться так высоко. И насколько глубок этот подвал. Отправляемся. Окей. Погружайте нас. Мы ждем. Ребят, клево. Мы ездим. К птичке. Оп. Ребят, реально, проходим за кулисы. Все игры. В этом месте мы всегда бы раньше умерли. Здесь 4 карточки. 4 кнопки мы пропикиваем. И что? И за нами приезжает волшебный лифт-диван. Да, пошел. Мы садимся на него. И он нас и куда мы везем? Куда мы едем? В бездну. Ну, видишь, куда мы едем? Темнота. Круто. А фонарик, извините, не выдавали? Ребят, так интересно, фонариков, кстати, нету. А что мы там в темноте будем ходить? Надеюсь, там хоть какой-то свет есть. Уходим. Фига себе, высота! Видели, как глубоко, ребята? Ого. Вау! Это весь мусор. Это горящие компьютеры? Это все, кто проиграл и упал в эту пропасть в детском садике Банбана. Все, кто не смог убежать от Павлина Мавлина. От нашего Крейзи Фламинго. Вот куда попадает опил. Он жив. Он шевелится! Ребята, нет, бежать! Надо попадать отсюда! Продолжение следует! Да! Ребята, хотели бы вы продолжение? Напишите в комментариях, лайкосик поставьте этой серии, если вам понравилось. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка, Максим, Play Games and Family! Все ссылочки внизу под роликом в этом описании. Мы вас очень любим. Стараемся только для вас. Самые лучшие! Всем пока! Пока-пока! Нажимайте на следующее видео, ждем вас там. Пока!